и в области развития лидерства. Итак, мы начинаем. Доброе утро, доброе утро. Мы рады вас приветствовать. Итак, каталог номер 14. Не зря я начала этот вебинар с видео о золотой конференции, о прошедшей золотой конференции, о юбилейном круизе. Я в том числе рада приветствовать участников этого юбилейного круиза. Я думаю, что сейчас, посмотрев эти видео, вы заново окунулись в ту атмосферу успеха, отдыха, путешествий и незабываемых впечатлений, которые вы, несомненно, приобрели за неделю этого замечательного отпуска. Я надеюсь, что вы вдохновились, вы вдохновите свои команды, своих партнеров на новые свершения, на новые квалификации и на путешествие большой-большой дружной командой в составе различных конференций от компании Reflame, будь то это золотые конференции, бриллиантовые и в том числе менеджерские. Я рада вас приветствовать, меня зовут Вита Хекстрим, я региональный менеджер по продажам, рада познакомиться с теми, кто еще пока меня не знает. Надеюсь, на дальнейших мероприятиях будем встречаться с вами чаще. И мы начинаем наш каталог номер 14 с основной темы. Тема каталога больше, чем просто мода. Те из вас, кто уже смотрел, открывал, листал каталог, я думаю, уже многие из вас посмотрели, поинтересовались, что же ждет нас в этом каталоге. Вы увидели, что в этом каталоге нас ждут полноценные образы в тренде «Оптические иллюзии». В обзоре каталога вы сейчас увидели, насколько это модно, насколько это стильно, насколько это немножечко эпатажно, но все мы знаем, женщины и мужчины в том числе, как невероятно выгодно можно выглядеть в том или ином образе, и особенно, как невероятно выгодно можно подчеркнуть с помощью графических каких-то предметов и просто линий все преимущества своей фигуры. Можно удлинить без того прекрасные длинные ноги, можно подчеркнуть каким-то макияжем, в том числе стрелками, разрез своих глаз, можно очень-очень интересно придумать маникюр на ваших ногтях, то есть можно выглядеть, используя все-все составляющие полноценного образа, каталога номер 14 очень эффектно, очень ярко. А сейчас наступает время осени, наступает время в том числе ярких красок и ярких образов. Далее мы продолжаем наш каталог такой составляющей, как салонные процедуры в домашних условиях, двухфазный пилинг, возвращение нашумевшей, я слышала отзывы от многих лидеров, серии пилингов. Пилинг – это очень популярная процедура во все времена, с самых древних времен, а сейчас и в салонах. Чем хороша процедура? Это тем, что она позволяет удалить ороговевшие клетки кожи. Почему это так важно? Мы с вами каждый день, два раза в день используем наш комплексный уход, но не менее важно подготовить кожу два раза в неделю, например, или раз в неделю. Вот предложить нашей коже такой вот интенсивный ухаживающий уход, обновляющий уход, для того, чтобы наши омертвевшие, ороговевшие клетки могли освободить место для новых растущих молодых клеток, которые придадут вашей коже сияние, более ровный тон, более ровную текстуру. И именно такой пилинг поможет вам сделать вот такую вот салонную процедуру в домашних условиях. Итак, снова ждали вы, очень ждали возвращения детских серий, возвращения средств для ухода для всей семьи, и ухаживающие средства для всей семьи в серии Love & Care уже ждут вас в каталоге номер 14. Чуть попозже мы поговорим о них поподробнее. Итак, что нужно нам с вами знать о каталоге номер 14? Что используем для привлечения внимания? Что у нас является сигнальными материалами, сигнальными страницами во всем каталоге, во всем многообразии нашей продукции. Итак, первое, мы обращаем внимание на драйвер каталога, набор Love & Care. Очень доступный, очень эффективный способ для того, чтобы достучаться для тех, кому важны ощущения нежности, ощущения ухода за собой, для тех, кто очень любит такой семейный уход, для тех, кому важно использовать качественные продукты, продукты по уходу за кожей, для всей семьи, для мужчин, для женщин, в том числе для наших маленьких ребятишек, для наших детей.
Далее мы с вами обращаем внимание на выгодное предложение каталога. Скидка 60%, очень глубокая скидка на любимые ароматы, на легендарные ароматы Giordani Gold. Непревзойденное качество и низкая цена позволит вам привлечь внимание к каталогу. И так далее обратить внимание на остальные продукты из каталога номер 14. На чем мы с вами зарабатываем в каталоге номер 14? Конечно же, это образ. Образ собирается из множества маленьких деталей, маленьких и крупных деталей. Предлагая вашим новичкам, вашим партнерам собрать образ для вечеринки, для эффектного выхода в свет, вы можете предложить не только образ в плане одежды, но и использовать всю палитру, все оттенки коллекции The One для также создания образа очень-очень красивого макияжа, яркого, насыщенного. И далее в нашем каталоге вы увидите вот эти вот очень интересные модели, очень интересные предложения, очень-очень интересные оттенки. И я думаю, что сумеете вы подобрать, даже в принципе не имея никакого профессионального образования в области, там, не знаю, макияжа, да, и профессионального, не знаю, как будто подбора одежды, очень легко, листая наш каталог, вы сможете подобрать уникальные, просто очень-очень эффектные, очень яркие образы. И собирая этот образ, вы точно так же собираете определенное количество бонус-баллов в вашу копилку и зарабатываете на наших продуктах. Также двухфазный пилинг для обновления кожи на вычь, 44 бонус-балла. Процедура эта очень эффективная, продукты очень эффективные, не дают гарантированный эффект. В этом вы можете быть уверены и даже не сомневаться, предлагая кому-либо эту серию для приобретения. Также новинка превосходная, шикарная в серии Giordani Gold — запеченные тени для век. Очень красивые, очень выглядят очень роскошно, очень богато и дают 20 бонус-баллов в вашу копилку товарооборота. Итак, эти продукты, на которые мы обращаем внимание в каталоге номер 14. И сейчас немножечко подробнее мы с вами посмотрим, что же можно все-таки у нас приобрести в этом каталоге, как можно использовать максимально эффективно этот каталог. Итак, говорили мы уже с вами об образе в тренде «Оптические иллюзии». Наш стилист Роман Белоснежный подробно рассказал об этом и также на разных страницах глянцевых журналов. Сейчас на любом телевизионном канале, любой концерт вы можете увидеть вот такие вот образы именно в таком графичном стиле. Не знаю, брюки в полоску, какие-то прямые, абсолютно неприталенные пиджаки, опять же, в полоску, которые сделают вашу фигуру более утонченной, более интересной. И также такое очень яркое сочетание, классическое сочетание черного и белого позволит вам в любой обстановке выглядеть торжественно, нарядно и очень-очень красиво. Итак, собираем образ, как минимум на 75 бонус-баллов, предлагаем полный образ от кончиков ногтей, как говорится, до кончиков волос. И далее мы с вами продолжаем. Мы уже говорили о драйвере, набор Loving Care. Эта серия отличается универсальностью. Продукты всей этой серии подходят для взрослых и детей с 3 лет. Также эти продукты многофункциональны. Все средства серии универсальны в использовании, подходят для лица и для тела. И вы найдете на страницах каталога продукты, 7 продуктов для лица и для тела. Лосьон для тела, крем для рук, жидкое мыло. В общем, вы можете обновить абсолютно свой ванной, да, гардероб вашей ванной комнаты и увидеть, насколько мягкой, нежной станет ваша кожа после использования этой серии. И я уверена, что ваши малыши будут абсолютно довольны вот этим вот таким очень красивым, очень приятным дизайном упаковки и, ну, вдвойне порадуются. Не знаю, может быть, руки станут два раза чаще мыть, да, и в два раза чаще начнут использовать эту серию для того, чтобы следить за собой. Вы в том числе сможете заинтересовать их уходом за собой уже с самых малых лет. Даже обращаем внимание на двухфазный пилинг. Информацию об этом пилинге вы можете прочитать в книге красоты. Хочу обратить ваше внимание, что сейчас в каталогах номер 13, 14, 15 у нас с вами очень много новинок. Но где же взять информацию об этих всех новинках, о том, как использовать правильно, для чего нам нужны маски,
пилинги и не знаю, протеиновый коктейль, все-все остальные новинки этих каталогов. Книга красоты Reflame поможет вам разобраться во многих вопросах, поможет вам снять многие возражения, и, пожалуйста, используйте ее в своей работе для обзора новинок, для проведения вебинаров, для встреч и использования в том числе на эксперт-сессиях. Итак, пилинг – это очень популярная процедура, вы об этом уже знаете. Используются альфа и бета-гидрокислоты в качестве отшелушивающих компонентов. Те из вас, те лидеры, которые присутствовали на круизном лайнере, и им посчастливилось посетить лабораторию и сделать снимок своей кожи, да, и посетить экспертов, которые рассказали о коже, те счастливчики узнали, что очень важно обновлять кожу постоянно, но в том числе очень важно следить за ней точно так же, в том числе комплексным уходом, и в том числе используя средства для ухода и для защиты от солнца, средства с SPF 30 либо 50. И обратите внимание, если вы используете этот пилинг, например, один раз в неделю, и вы знаете, что вы будете после этого дня использования пилинга или даже в тот же самый день находиться на солнце, обязательно в этот день используйте максимальную защиту для ухода от солнца с максимальным фактором SPF 50. Это очень важно. Это мнение, этот факт мы услышали от экспертов, от работников, от научных специалистов, которые разрабатывали эти серии, которые знают о том, как важно ухаживать за кожей, как важно обновлять кожу и защищать кожу в том числе. Итак, читайте, пожалуйста, обо всех новинках в книге красоты. Еще одна невероятная новинка, очень красивая, очень роскошная новинка — запеченные тени для век. В чем же отличие этих продуктов от иных других, от рассыпчатых теней, от пудровых теней? Отличие в том, что технология запечатывания в печи этих теней позволяет им оставлять консистенцию очень-очень насыщенную, очень концентрированную. Благодаря этому тени наносятся очень-очень легко, они все так же оставляют такой очень-очень красивый, тонкий, мерцающий оттенок. Вы видите 5 оттенков невероятно красивых для создания любого образа абсолютно. Это может быть дневной образ в стиле нюд, это будет абсолютно легкое такое мерцание, очень красивое, очень нежное. Точно так же вы можете создать образ такой яркий, роковой, используя эти тени для нанесения, для придания вашим глазам какой-то глубины, для использования в технике smokey eyes. Тогда эти тени позволят вам выразить всю глубину, всю яркость ваших глаз, и они будут выглядеть очень насыщенно, они не будут скатываться, они не будут скатываться в полосочки на веки. В общем, такая технология позволяет не только создать вот такую вот красивую, очень-очень эффектную картинку, которая подойдет даже в том числе для подарков, для очень, я думаю, знаете, таких притязательных особ, которые обращает внимание в том числе и на то, как выглядит продукт. Но и вы будете убеждены в том, что эффект от нанесения этих теней в том числе будет очень-очень красивым, очень потрясающим. И далее, самое выгодное предложение каталога, опять же, мы не забываем, ищем на страницах выгодное предложение для того, чтобы привлечь еще больше клиентов, привлечь еще больше новичков и партнеров в вашу команду. Легендарная серия «Шведский спа-салон». Все они знают, говорят они, все, кто есть в Oriflame, все, кого еще нету пока в Oriflame, все, кто просто знает об Oriflame, просто знают эту серию. Я убедилась это на своем личном опыте, когда мои подруги спрашивают про эту серию, про легендарную серию, и говорят о своих невероятных ощущениях после ее использования. Самое выгодное предложение каталога — это бальзамы для губ. Вы уже давно ими пользуетесь, знаете, насколько они эффективны, насколько они качественны и хорошо увлажняют наши губы, и в том числе подготавливают губы для нанесения следующих помад, например, помады мусс, для которой очень важна предварительная подготовка и предварительное нанесение какого-либо смягчающего средства. Самое выгодное предложение, вспоминаем, опять же, у нас скидка 60% на аромат. И самое выгодное предложение каталога: на задней обложке каталога обязательно должен быть в каждом заказе, мы говорим об этом постоянно, это зубная паста.
который обеспечит гигиену полости рта. Итак, мы с вами поговорили немного о новинках каталога, а обо всех этих новинках вы можете посмотреть видео-обзор каталога, в котором мы рассказываем, на что стоит обратить внимание, и также вы можете прочитать в книге красоты и найти там ответы на многие вопросы по поводу продукции и запуска многих новинок. Итак, что же касается лидерства, что же касается достижения новых результатов, открытия и закрытия новых званий. Основной лидерский акцент – это всесторонний анализ бизнеса. О чем мы здесь с вами поговорим? Давайте еще раз вспомним и обратим внимание не только на показатели, но и на цифры, которые, как вы видите, скажите, пожалуйста, видите ли вы какое-либо изменение на этом слайде в каком-либо показателе, именно в цифровом, я имею в виду. Возможно, это рекрутирование, возможно, переход, активность и реактивация. Помните, очень часто мы с вами говорим на координациях и на разных программах о цифрах рекрутирования. Маргарита, большое спасибо. Напишите, пожалуйста, какая цифра ранее анонсировалась как успешная? Раньше было 10%. Очень правильно. Молодцы, спасибо большое. Я благодарю за вашу внимательность. Итак, давайте с вами обратим внимание на изменение текущего положения рынка, изменение текущего положения бизнеса, развитие бизнеса, изменение в принципе всей экономики и всей ситуации, которая в том числе влияет на бизнес-показатели успеха. Обращаем ваше внимание на то, что мы сейчас с вами говорим о развитии, не о том, чтобы ровно стоять на месте, о том, чтобы держать результат. Мы с вами сейчас будем говорить о том, что нужно сделать, какие показатели нужно учитывать для того, чтобы расти и добиваться успеха в компании Reflame, вот именно с этими данными. Итак, рекрутирование 15%. Почему не 10%? 10% в данной текущей экономической ситуации, в данном количестве предложений на рынке, на мировом рынке, в данном аспекте того, что люди сейчас, в принципе, избалованы, и люди сейчас могут выбирать очень разные направления, очень много направлений. Рекрутирование 15% именно позволит вам положить старт развитию вашего бизнеса, на начало успеха вашей карьеры в компании Reflame. Рекрутирование – фундамент и ключевой фактор развития бизнеса. Рост бизнеса обеспечит вам именно рекрутирование вот с таким вот высоким показателем. Да, показатель высокий, но мы сейчас можем с вами посмотреть по количеству, например, получателей бонуса «Мой автомобиль», юбилейного бонуса в размере 600 бун. Оказалось, что для лидеров это, в принципе, очень-очень хороший показатель, 7% квалифицированного рекрутирования. Это говорит о том, что рекрутирование точно так же может быть немножечко завышено, может быть на уровне 15%. Что вам даст? Ваши доходы, новое звание. Вот о чем мы сейчас с вами говорим, упоминая, опять же, рекрутирование и уровень рекрутирования 15%. Давайте с вами сейчас с этого момента запомним эту цифру, проведем ее красной линией по всем нашим планеркам, по всем вашим запускам каталога и вебинаров. 10, да, я вижу, пишите 10, очень привычно, будем стараться. Главное, правильный стимул, очень здорово. Я вас благодарю за ваш такой позитивный настрой. Я очень рада, что вы принимаете, понимаете эту цифру, и участники нашей золотой конференции услышали очень много выступлений от успешных лидеров, лидеров высоких званий о важности рекрутирования. Мы с вами знаем об этом, может быть, иногда забываем, иногда обращаем внимание на какие-то другие показатели. Но сейчас мы с вами точно так же поговорим о том, что всестороннее развитие бизнеса и анализ всех показателей очень важен для достижения ваших новых результатов. Что важно в рекрутировании сегодня? Адресное рекрутирование сегодня в центре внимания.
Мы сегодня с вами обращаемся лично и предлагаем то, что может заинтересовать данного конкретного человека. Давайте с вами вспомним опять же про наше сообщество, про наши клубы. На что сейчас идут люди, на что сейчас обращают внимание люди. Сейчас обращают люди внимание на то, что важно именно им, то, что важно каждому конкретному человеку. И тем самым вы, достучавшись до вашего новичка, получите абсолютно лояльного клиента, во-первых, и в дальнейшем перспективного бизнес-партнера. Рекрутирование через предложение ценности и жизненного интереса человека. Поймите, постарайтесь достучаться до человека и понять, что ему важно. Когда его ценность совпадет с вашей ценностью, тогда ваше предложение будет для него абсолютно естественным выбором и абсолютно очевидным выбором. И не оставит, в принципе, сомнений, не и позволит дальше идти за вами и дальше слушать и прислушиваться к вашим советам и учениям. И наш бизнес всегда держался на персональной рекомендации, в том числе не забываем об этом. Я очень часто слышу в ответ на какие-либо вопросы, Google поможет или да, вот какие-то такие интересные ответы бывают у нас, но лично я приверженец того, что всегда можно спросить у знакомого, у подруги, который уже сталкивался с той или иной проблемой, с тем или иным продуктом, о эффективности использования данного продукта, о, не знаю, о предложении, которое я получила вчера, о ссылке, на которую я обратила вчера. Если кто-то из моих знакомых, если кто-то из моих коллег уже знает информацию об этом, я обязательно обращусь к ним и получу рекомендацию. И на основе этой рекомендации, положительной рекомендации, я сделаю свой выбор. Итак, в том числе в нашем бизнесе это очень важно. Рекомендация – это главный аспект успеха. И многие компании позаимствовали уже персонализацию именно у прямых продаж. Я знаю несколько компаний, в том числе компанию Евроопт, всеми вам известную, компанию «Магазин по услугу по доставке продуктов». И анализируя рынок, я общалась с одним из представителей этого сервиса. Анализируя рынок, в принципе, компания пришла к выводу, что сейчас наиболее эффективным способом распространения информации, распространения продукции, предложений является рекомендация и поиск новых партнеров, новых клиентов через знакомых. А что это значит? Это наш с вами бизнес, это наш с вами бизнес из уже на протяжении 50 лет рекомендация – это наше все. Массовое групповое рекрутирование, да, конечно, может быть, но обратите внимание на дальнейшие показатели. На дальнейшие показатели в этом плане такой, как конверсия, переход из стартеров в рекруты. Обратите внимание на такой показатель, как 60%. Где вы можете увидеть эту цифру? Вы можете ее вычислить в своем лидерском отчете, вы можете посмотреть в ваших информационных листах, какое количество человек к вам пришли как стартеры, какое количество человек зарегистрировались в вашей команде и какое количество человек из этой суммы стали вашими партнерами, стали вашими клиентами, оформили первый заказ, остались с вами вместе дальше, остались в компании. Вот именно эта конверсия, процент этой конверсии, это индикатор эффективности процесса рекрутирования, эффективности процесса приглашения. Есть команды, которые приглашают очень много. У них получается это очень здорово, очень круто. Этот процесс у них налажен очень хорошо. Но из этого количества новых пришедших человек очень малое количество становится рекрутами и квалифицированными рекрутами. А в последующем мы знаем с вами, что очень малое количество из этих людей превращаются в бизнес-партнеров, стабильных растущих лидеров. А что нам с вами очень важно в нашем бизнесе? Это ключевые партнеры, те люди, которых вы будете обучать, те люди, для которых вы будете развивать лидерство в вашей команде. Итак, чем выше значение вот этой конверсии, перехода из стартера в рекруты, тем выше производительность вашего труда. Также можно очень легко посчитать даже по цифрам, каждые 10 стартеров, не ставших рекрутами, это потеря 1000 бонус-баллов из вашей копилки товарооборота. Это очень-очень значительный показатель, пожалуйста, обращайте внимание на него. Убедитесь в том, что в том числе, если у вас очень хорошо налажена система приглашений, у вас очень хороший поток клиентов,
Обратите внимание, пожалуйста, на вторую фазу, на то, насколько вы в вашей команде готовы к такому потоку, насколько вы готовы не просто заниматься переписью населения, а насколько вы готовы работать с этим входящим потоком. Для этого у вас должна быть налажена система обучения, сопровождения, система email рассылки, поощрения, добавления в чаты. Очень много сейчас у нас с вами различных эффективных инструментов, которые мы с вами будем использовать для того, чтобы увеличить эту конверсию, увеличить и добиться этой заветной цифры 60% конверсии перехода из стартера в рекруты. И так далее идем с вами. Что уже важно в конверсии сегодня? При низкой конверсии мы создаем негативное восприятие бренда. Что самое обидное и такое самое неприятное вот в этой ситуации, когда перепись населения превращается в то, что очень-очень много людей остаются с негативными эмоциями. И с нами, мы все с вами очень хорошо знаем, что негативными эмоциями люди готовы делиться чаще и больше и с большим количеством людей. Позитивные эмоции мы чаще всего оставляем при себе, мы чаще всего держим где-то их внутри у себя и рассказываем о них очень-очень узкому кругу людей. Чтобы не случилось вот такого вот негатива в сторону бренда Reflame, чтобы не случилось того, что люди, которые зарегистрировались, которые вроде бы уже пришли к вам и откликнулись на какое-то из ваших предложений, ушли в негативе, ушли без какой-то информации, без поддержки и не рассказали потом большему количеству людей о том, что у них что-то не получилось, что-то не вышло. Естественно, знаем мы с вами очень много историй о том, что какому-либо из лидеров обращались консультанты много раз, и я не знаю, на пятое, на седьмое предложение сейчас уже лидер высокого звания, не знаю, соглашался на седьмом, да, на седьмом разе, как говорится. Очень много, да, человек, да, я вижу, Николай, Кристина. Человек ничего не делал и не пытался. После терминации расскажет, что в Reflame невозможно заработать. В том числе, да, я согласна с вашим мнением, в том числе это наша с вами забота, человека окутать всей возможной информацией, которая есть в вашей команде, если она есть в вашей команде, обращая опять же на это внимание, на систему в вашей команде, сопровождение новичков. Если вы дадите информацию абсолютно полную человеку, почему, зачем он пришел, для чего ему нужен Reflame, на какое именно конкретное предложение, на построение бизнеса, на уход за кожей лица, на, не знаю, участие просто в сообществах, для чего присоединился человек, если он получил всю максимальную информацию, и он сделал осознанный выбор, и он понимает, что он ушел из Reflame, он терминировался, потому что просто сейчас не его время, и просто, не знаю, он не хочет этим заниматься, а не потому, что его оставили одного, его оставили без внимания, его оставили без какого-либо участия. Согласитесь, это очень-очень большая разница между принятием вот такого вот решения в разных аспектах. И опять же, новый консультант почему-то зарегистрировался, что-то ему понравилось в вашем предложении, что-то ему понравилось в вашем личном бренде, возможно, что-то ему понравилось просто в компании Oriflame. Но мы не дали ему возможности воспользоваться нашим предложением. И опять же, говорите больше, говорите чаще, включайте ваших новичков вот в эту конверсию. Это придаст вам такой очень тоже весомый толчок в развитии вашего бизнеса. Также мы не забываем про реактивацию. Привлечение нового клиента в 5-10 раз дороже активации старого. Эти данные основаны на исследованиях компаний, которые обращают внимание на такую зону развития бизнеса, как приглашение, так и реактивация. Сокращение оттока на 5-10% дает до 75% дополнительной прибыли. Только вдумайтесь, вслушайтесь вот в эти цифры. Насколько вы можете вернуть людей в ваш бизнес, насколько вы можете вернуть ваш товарооборот. И не придумывать, не тратить время на все новые и новые виды приглашения. В вашей команде уже есть люди, которые когда-то присоединились к вам, которые уснули по разным-разным причинам. И в любой момент времени они могут реактивироваться. У нас с вами очень-очень много разных предложений, у нас с вами очень много разных интересных акций, акций активности, лояльности. И я уверена, что
10% от вашего спящего бака, от вашей спящей базы активной консультанты обязательно проснутся на какое-либо из предложений. И в том числе это может быть абсолютно простой метод, как обзвон. Вы можете просто уделить, не знаю, 1 час времени в неделю на обзвон, на предложение, на какую-то интересную рассылку из каталога, из наших печатных разных материалов, на обзвон спящих консультантов. И я уверена, что те структуры, которые используют этот метод реактивации, они видят эффект от того, что люди все-таки возвращаются, люди приходят с заказами, люди возвращаются с заказами и какими-то бонус-баллами. Итак, большой процент постоянных потребителей – это стабильный и устойчивый бизнес. Далее мы с вами говорим об активности, в том числе все показатели – активность, реактивация, конверсия, все очень важны для роста вашего бизнеса. И все вы знаете, это не абсолютная не новость, активность 70% гарантирует вам стабильный товарооборот и рост ваших доходов. Здесь я не знаю, что нового вам рассказать, я думаю, что здесь вы как лидеры можете еще мне очень-очень много интересных рассказать моментов и показателей. Я думаю, что замечали вы рост и какую-то смену ваших показателей при изменении именно этого процента активности. Вы можете наблюдать этот процент в своих лидерских отчетах, и вы можете использовать его точно так же для проведения бизнес-встреч, для использования этого показателя, чтобы увидеть, насколько ваш бизнес изменяется в ту или иную сторону, если изменяется именно этот показатель активности. Насколько эффективно работает вся ваша команда, насколько эффективно, насколько вовлеченность вашей команды во все процессы ежекаталожно на каждой неделе каталога. Точно так же вы можете отслеживать работу вашей структуры, отслеживая активность на каждой неделе каталога и мотивировать повышение активности на первой неделе каталога, чтобы уже разогнать вашу команду, чтобы уже поднять вашу команду в самом начале каталога, чтобы каталог закрывался более легко и чтобы никто не добегал в последний момент и не доделывал заказы, не знаю, там, в последнюю минуту закрытия сайта. Пусть для вас этот бизнес будет очень легким, пусть для вас это будет такая вот игра в цифры и значения, игра в достижение новых показателей, новых результатов. Давайте будем делать этот бизнес очень легко и играючи. Итак, еще раз напоминаю вам о том, что важно в поддержании активности использовать все возможные источники товарооборота. Если вы обращаете внимание только на рекрутирование, забываете про активность, про реактивацию, то получается, что вы заново изобретаете велосипед. Вы приглашаете в команду много-много людей, но, возможно, вы не видите рост, потому что эти люди с вами не остаются, они не остаются на обучение, на какие-то возможные, да, на моменты развития лидерства и не дают вам желаемого эффекта, не дают вам какого-то результата. Обращайте внимание, пожалуйста, на все показатели, которые вы используете в росте вашего бизнеса. С нашей стороны, со стороны компании, у нас с вами есть очень-очень много разных инструментов, очень много разных акций активности, лояльности. И сейчас я приглашаю на этот вебинар моего коллегу Алексея Пресняка, менеджера отдела маркетинга и поддержки продаж, который еще раз вам напомнит о акциях каталога номер 13 и расскажет о каталоге номер 14. На нашем сегодняшнем вебинаре, пожалуйста, отметьте в чате, видно ли меня, слышно ли меня, чтобы мы начали наш вебинар.
Отлично, большое спасибо, тогда можем начинать. Рад приветствовать вас, давно мы с вами не встречались, и, конечно же, рад рассказать вам об грядущих акциях и программах, которые ждут нас уже в скором времени в каталоге номер 14. Но прежде чем приступить к 14-му каталогу, давайте посмотрим, что же мы интересного делали в 13-м каталоге. И какие акции мы можем еще доделать, что мы можем успеть сделать за вот эти вот последние дни каталога номер 13. Замечательный каталог номер 13, очень много было интересных предложений в этом каталоге. И на слайде у себя на экране вы, наверное, видите те материалы, которые мы готовили для вас в этом каталоге. Хочу поделиться для вас... Уважаемые лидеры, я вижу в чате, вы пишете, что пропало видео. Все отлично, тогда мы продолжаем. Видимо, какие-то технические проблемы, потому что очень большое количество у нас сегодня участников нашего вебинара. Это не может не радовать. Итак, хочу поделиться с вами одним интересным наблюдением. В каталоге номер 13 вы знаете, что у нас особо не было каких-то акций распродаж, но тем не менее это был очень сильный каталог, в котором были представлены довольно большие скидки на определенные продукты. Мы с коллегами решили проверить, как работает коммуникация, если делать фокусную коммуникацию на определенные продукты для наших консультантов и потребителей. И в течение каталога номер 13 мы готовили вот такие вот материалы, которые вы видели. Мы коммуницировали в наших телеграм-чатах, мы делали посты в социальных сетях и делали рассылки по нашей базе консультантов. Могу поделиться с вами интересным наблюдением. Казалось бы, у нас есть каталог, у нас есть довольно интересные предложения в этом каталоге, есть довольно глубокие скидки. Но, к сожалению, не все наши потребители среди того большого количества продуктов в нашем каталоге могут заметить интересные и действительно стоящие предложения. Если же мы делаем какую-то коммуникацию, готовим красивые материалы, такие вот плакаты, это сразу же имеет свой замечательный эффект. Итак, мы когда готовили вот эти вот материалы, на следующий день после нашей коммуникации мы, естественно, очень тщательно все это анализировали. И довольно интересное наблюдение. Все продукты, которые мы коммуницировали, о которых мы рассказывали, сразу же в следующий день, следующие даже два дня у нас становились лидерами по продажам. О чем это говорит? Это говорит о том, что следует тщательно подбирать продукты для коммуникации и делать коммуникацию по своим структурам, по своим консультантам. Когда консультанты видят красивый, правильный баннер, хорошую подачу, красивую картинку, с точки зрения маркетинга грамотно расположенные продукты, указанные скидки, естественно, это прекрасно работает. Более того, я могу сказать, что вот именно по этим продуктам, которые мы коммуницировали, выбирали продукты, либо новинки, либо продукты с глубокими скидками, у нас очень хороший процент реактивации спящих консультантов. Это говорит о том, что тяжело разбудить спящего консультанта, когда показывать ему целый каталог. Но если показывать какой-то определенный продукт с глубокой скидкой, с хорошей подачей, естественно, это имеет очень хороший эффект. Для чего я это говорю о вас? Мы, естественно, будем продолжать делать фокус на интересные предложения. В следующем каталоге у нас также есть очень много интересных предложений и скидок в каталоге. Будем готовить для вас красочные такие вот плакаты, спецпредложения, которые вы можете просто распечатывать в качестве листовок, в качестве плакатов для СПО, либо просто коммуницировать как посты в социальных сетях. Однако следует самим также обращать внимание, подбирать продукты,
Вы лучше знаете свои структуры, нежели мы. Вы знаете, на чем построено приглашение ваших консультантов и построена коммуникация с вашей структурой. Поэтому достаточно выбрать 1-2 продукта каждые несколько дней и делать такую фокусную коммуникацию. Как показывает практика, наш тест в этом каталоге показал, что именно такая фокусная коммуникация замечательно работает для коммуникации с консультантами, для поднятия наших продаж. Отличная коммуникация, будем продолжать ее и надеюсь, что вы также будете активно использовать все предлагаемые нами материалы в каталоге номер 14. Что же еще у нас остается в каталоге номер 13? Летом у нас проходила замечательная акция лояльности «Лето со вкусом». И каталог номер 13 – это последний каталог, когда консультанты, выполнившие условия в 12-м каталоге, смогут приобрести, выкупить продукты «Салатник большой» по акции лояльности «Лето со вкусом». Обращаю ваше внимание, что эта акция действительно пользовалась замечательным эффектом. У нас несколько тысяч наших консультантов собрали полную коллекцию яркой, удобной посуды, получили в подарок еще набор, ложку и вилку, но тем не менее более 30% консультантов, которые квалифицировались на получение салатника по специальной цене в 12-м каталоге, еще не сделали это в каталоге номер 13. У них остается буквально полтора дня для этого. Сегодня, в течение сегодняшнего дня, вы получите обновленный отчет по программе лояльности «Лето со вкусом», где можно посмотреть, кто из консультантов квалифицировался, но еще не выкупил салатник и могут воспользоваться этой возможностью до конца каталога, до субботы 9 часов вечера. Я параллельно сразу же в чате вижу комментарии о том, что хорошо было бы вот по предыдущему слайду делать печатные материалы. Естественно, это было бы очень хорошо, но, как показывает практика, консультанты очень слабо покупают наши печатные материалы, и от многих, наоборот, идет пожелание высылать электронные версии наших печатных материалов, наших плакатов, чтобы консультанты могли сами распечатывать, либо использовать электронные версии. Если мы попробуем сделать печатные материалы, если спрос на это будет, то, естественно, мы будем это продолжать. По поводу акции лояльности «Лето со вкусом», в течение сегодняшнего дня, я думаю, буквально через пару часиков после нашего вебинара, вы получите отчет по данной акции лояльности. Кроме того, вы знаете, что у нас в 13-м каталоге заканчивается программа по приглашению «Кухня красоты». И я хотел бы обратить ваше внимание на несколько важных моментов по данной рекрутинговой кампании. Интересная кампания по приглашению, замечательная техника, у вас есть возможность обновить технику на своей кухне и пригласить в свои структуры довольно большое количество консультантов. Сейчас как раз таки замечательное подходящее время для приглашения новых консультантов. Полтора дня остается до конца действия программы по приглашению «Кухня красоты». И обращаю ваше внимание, вы также видите наши отчеты. Периодически мы высылаем ваши отчеты. Вы можете контролировать свои баллы также на сайте. Полная коллекция подарков по данной кампании по приглашению составляет 2500 спонсорских баллов. Если вы намерены собрать полную коллекцию подарков, пожалуйста, проконтролируйте, сколько спонсорских баллов вы уже заработали и сколько спонсорских баллов вам надо поставить в свой прогноз для достижения этой цели. Обращаю ваше внимание, что каталог номер 13 – это последний каталог для приглашения новичков по данной кампании. Но, тем не менее, новички, которые будут зарегистрированы сегодня, либо в субботу, завтра, в день закрытия каталога, и разместят заказы в течение 21 дня после момента регистрации, еще принесут вам спонсорские баллы. Таким образом, вы можете
докопить оставшееся количество спонсорских баллов, чтобы получить ту технику, которую вы себе поставите в план. Хотелось бы обратить внимание на два важных момента. Это личный спонсорский заказ на 50 баллов бонуса и более в том в каталоге, в котором вы собираете спонсорские баллы. Соответственно, если у вас новичок приносит спонсорские баллы в 13-м каталоге, у приглашающего спонсора должен быть личный заказ на 50 баллов бонуса и более в 13-м каталоге. А также, если вы приглашаете новичка сегодня либо завтра, и спонсорские баллы он вам принесет в 14-м каталоге, спонсор также должен разместить заказ на 50 баллов бонуса и более в 14-м каталоге. И важный момент, не забывайте о том, что у приглашающего спонсора необходимо 3 квалифицированных рекрута за данную кампанию по приглашению. Это суммарно 3 квалифицированных рекрута. Обязательно отслеживайте вот это, потому что при отсутствии необходимого количества кюшек вы не сможете заказать данную технику по рекрутинговой кампании. Заказ техники на 100, 200 и 500 спонсорских баллов уже будет возможен с воскресенья, сразу же после закрытия каталога, если вы собрали достаточное количество спонсорских баллов. Заказать можно в течение каталога 14-15, это сделано специально для того, потому что, возможно, многие спонсоры будут собирать баллы еще в 14-м каталоге с новичков, которые зарегистрированы в конце 13-го каталога. И самый большой наш подарок – это соковыжималка по специальной цене за 29 рублей. Она будет заказываться по предзаказу. Предзаказ в каталоге номер 14-15, выдача в каталоге 17-1 2018 года. Обращаю внимание, что также, согласно условиям рекрутинговой кампании, можно заказать лишь один экземпляр каждого продукта по кампании приглашения. То есть на 2500 спонсорских баллов вы можете собрать всю коллекцию праздничных подарков. И, конечно же, не забываем делать фокус на нашу стартовую программу, которая у нас, можно сказать, льготная по отношению с нашими соседями. 75 баллов бонуса. Стартовая программа действует для Беларуси. А также не забываем, естественно, про сам каталог номер 13. Еще полтора дня, замечательное предложение 13-го каталога. И мы с вами подошли к каталогу номер 14. Что же ждет нас интересного в 14-м каталоге? И прежде всего, я думаю, что надо начать с рекрутинговой кампании. Вы заметили уже, наверное, на заднем плане в нашей импровизированной студии в сервисном центре наш баннер. Мы начинаем новую рекрутинговую кампанию, кампанию по приглашению. Кампания по приглашению будет длиться у нас в каталоге номер 14 и 15 с 8 октября по 18 ноября 2017 года. Эта кампания, короткая кампания по приглашению. Давайте посмотрим, что же нас интересного ждет в этой кампании. Что же нас для всех очень важно? Прежде всего, это успех, уверенность в себе, развитие, достижение целей. Но многие консультанты, многие наши потребители, новички компании не знают, как добиться этого, как это всего достичь. Очень важно первое впечатление, очень важно произвести первое впечатление на людей, на своих бизнес-партнеров, и очень важно себя правильно подать, создать свое первое впечатление. Что нам для этого нужно? Конечно же, самое главное – это уверенность в себе. Уверенность в себе, уверенность в своих силах и постоянное движение вперед. Это все нам помогает свернуть горы, если мы отлично выглядим, если до мелочей продуман наш образ, мы всегда себя чувствуем комфортно, и мы действительно можем считать себя успешными людьми. Это притягивает, это вызывает восхищение, доверие и желание сотрудничать с такими людьми. Итак, с чего же начать?
Чтобы вызывать восхищение окружающих и достичь головокружительного успеха, очень важно всегда двигаться к лучшему, меняться и экспериментировать. Необходимо выбирать все самое интересное, все самое модное, все самое трендовое для вашего нового образа. Подчеркнуть, что успешность и восхищение. Главный тренд 2017 года – это успех. И красный – это цвет, который, согласно мнению экспертов, это цвет, который вызывает успех у большинства людей. Это один из самых актуальных трендов наступившего сезона. Он вдохновляет ведущих визажистов и стилистов. Давайте посмотрим, что же говорит о красном цвете официальный стилист Oriflame Роман Белоснежный. Красный цвет – это один из самых модных цветов в этом сезоне. Самый верный способ привлечь внимание, правильно расставить акценты. Красный цвет создает настроение, добавляет образу элегантности и страсти. Особенно важно это сейчас, когда сегодня, например, за окном, не знаю, как в регионах, но в Минске очень пасмурная и такая действительно по-осеннему унылая погода. Очень важно осенью подчеркнуть свою уникальность, индивидуальность прекрасными красными оттенками, которые мы предлагаем вам в нашей новой рекрутинговой кампании. Итак, присоединяйтесь к Oriflame, приглашайте новичков, участвуйте в кампании по приглашению в центре внимания этой осенью и соберите вот такую замечательную коллекцию аксессуаров от Oriflame, а также замечательный гаджет, который позволит вам отлично развивать бизнес. Давайте подробнее посмотрим, что же ждет нас в рекрутинговой кампании в центре внимания. Итак, что же необходимо делать приглашающему спонсору? Приглашающему спонсору необходимо приглашать новичков и размещать личный единовременный заказ на 50 баллов бонуса и более в период действия кампании по приглашению. Как я уже сказал, она будет длиться 14-15 каталог с 8 октября по 18 ноября 2017 года. Будьте приглашающим спонсором, пригласите 3 друзей в период действия кампании по приглашению. Помогите им пройти шаг 1 стартовой программы, то есть разместить заказы на 75 баллов бонуса в течение 21 дня с момента регистрации. И получите вот такой замечательный клатч с юбилейным брелком от компании, 50-летний брелок от компании. Всего лишь за 9 копеек. 9 копеек за приглашение 3 друзей, которые пройдут шаг 1 стартовой программы «Добро пожаловать в Oriflame». Замечательный клатч, замечательный брелок, который позволит подчеркнуть вашу индивидуальность и приверженность компании Oriflame, которая отмечает в этом году 50 лет. Движемся дальше. Что нас ждет дальше в данной коллекции аксессуаров компании по приглашению? Итак, пригласите 4 друзей. Будьте приглашающим спонсором для 4 друзей, которые пройдут шаг 1 стартовой программы, и вы сможете получить сумку. Вот такая вот замечательная сумка компании по приглашению за 99 копеек станет ваша, если вы пригласите в течение 14 и 15 каталога 4 друзей, которые пройдут шаг 1 стартовой программы. Естественно, эта кампания, как и все предыдущие нашей кампании, она накопительная. Соответственно, если вы приглашаете 4 друзей, которые проходят шаг 1 стартовой программы, вы получаете и клатч с брелком, и сумку. Движемся далее. Что нас ждет далее? Если вы пригласите 6 друзей в период кампании по приглашению в центре внимания в каталогах номер 14-15, и эти 6 друзей пройдут шаг 1 стартовой программы, вы получите по специальной цене 99 копеек вот такие замечательные часы со стразами цвета данной рекрутинговой компании в коллекцию к аксессуарам.
Таким образом, 6 друзей, приглашенных в период кампании по приглашению, позволят вам собрать замечательную коллекцию аксессуаров. Это клатч с брелком, это сумка и такие замечательные часы. Отличная коллекция, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность этой осенью. Но и это еще не все. Движемся далее. Что нас ждет далее? Замечательный продукт, который должен быть в арсенале у каждого консультанта и бизнес-партнера компании Oriflame. Это бьюти-кейс. Вот такой замечательный бьюти-кейс, который всегда у нас бьюти-кейсы пользуются популярностью, всегда у нас консультанты очень любят наши бьюти-кейсы, потому что замечательный аксессуар, чтобы собрать свою любимую косметику аксессуаров, либо использовать в работе для демонстрации косметики, ароматов компании Oriflame своим бизнес-партнерам и консультантам. Два новичка, которые пройдут два шага стартовой программы, и бьюти-кейс станет ваш по специальной цене 99 копеек. Замечательные аксессуары, бьюти-кейс и главный подарок по нашей кампании по приглашению в центре внимания. Что же нас ждет? Это вот такой замечательный планшет. 5 новичков, которые пройдут всю стартовую программу. Новички зарегистрированы в каталогах 14 и 15. Если они пройдут все 4 шага стартовой программы, 5 новичков, они позволят принести своему приглашающему спонсору по специальной цене 99 копеек вот такой замечательный планшет. Подробная коммуникация о планшетах, о аксессуарах сегодня в течение дня вы получите обязательно по модели планшета. Можем сказать, что это юбилейный планшет компании, который вы уже видели в нашей программе «Пламя успеха». Итак, замечательная коллекция аксессуаров рекрутинговой компании. Замечательный планшет, который могут стать вашим. Достаточно только приглашать новичков в каталоге номер 14-15. Более того, регистрация для новичков в каталоге номер 14 и 15 у нас будет бесплатной в случае размещения единовременного заказа на 30 белорусских рублей по ценам каталога для новичков. Более того, как вы знаете, если новичок размещает сразу же большой заказ на 75 баллов бонуса, либо приобретает продукцию Wellness в аптеке, регистрация также бесплатная. В иных случаях регистрация для новичков составит 4 рубля 99 копеек. Совершенно верно. В течение 72 часов с момента регистрации заказ на 30 белорусских рублей по ценам каталога и регистрация для новичков будет бесплатной. Вот такая замечательная кампания по приглашению нас ждет. Мы будем, и я уверен, что обязательно станем в тренде этой осенью, потому что действительно это модные оттенки аксессуаров, модные цвета. Более того, мы готовим вам очень много интересного в каталоге номер 14 и 15. Также хочу вам рассказать еще о одном важном моменте. К сожалению, пока у меня не загружается слайд, я отвечу на вопросы из чата. Баллы бонусов учитываются, естественно, у нас с Wellness на данную рекрутинговую кампанию. Подробнее по аксессуарам и планшету мы расскажем чуть позже. И сейчас загрузился слайд. Вас ждет специальное предложение для менеджеров категории А, Б, С. Менеджеры категории А, Б, С могут с начала каталога номер 14 оформить предзаказ, аванс на аксессуары.
для демонстрации своих СПО, для демонстрации своим консультантам, мы разрешили нашим менеджерам категории А, Б, С разместить заказ, предзаказ на аксессуары по рекрутинговой кампании. У вас есть возможность заказать по одной единице. Сумочка клатч плюс брелок, сумки, часы и бьюти-кейс. При выполнении условий кампании по приглашению в центре внимания заказанные образцы остаются в качестве заработанных аксессуаров для менеджеров СПО. Однако обращаю ваше внимание, что если менеджеры СПО заказывают данные образцы аксессуаров, но не выполняют условия рекрутинговой кампании, с них будет удержана стоимость данных аксессуаров. Сумочка клатч и брелок 75 рублей, сумка, часы, бьюти кейс по 125 рублей за каждый аксессуар. Как показывает практика, летом, когда у нас была кампания по приглашению с нашими бирюзовыми аксессуарами, мы также разрешали делать предзаказ для менеджеров СПО, и всего лишь порядка 3-4% менеджеров не выполнили данное условие. Поэтому я уверен, что осень – это время более активное, и все менеджеры, кто закажут предзаказ аксессуаров, выполнят условия, и эти аксессуары оставятся для менеджеров. Просьба реально оценивать свои возможности, и с воскресенья вы можете заказывать данные аксессуары. Обращаю ваше внимание, что заказ для... Пошли вопросы в чате. Новички у нас по данной рекрутинговой кампании не получают никаких подарков. Но, тем не менее, они сразу же могут стать приглашающими спонсорами и включиться на условиях приглашающего спонсора в данную программу по приглашению. Приглашать уже новичков как приглашающим спонсором и также получить эти замечательные подарки. Доставка первого заказа платная, но тем не менее у нас, как всегда, действуют продукты за доставку. И есть 20% этих продуктов за доставку у нас по сниженной цене. Вы можете воспользоваться этим возможностью. Условия рекрутинговой кампании для Беларуси и других стран всегда разные. Мы, естественно, нацеливаемся на наш рынок и смотрим, какие дополнительные возможности есть на каждом рынке. Могу сказать, что для Беларуси, например, для менеджеров, есть определенные более выгодные условия, если даже сравнивать с условиями для России и Украины. Например, для у нас действует специальное предложение автобонус, который еще в 14-м каталоге действует. Поэтому не совсем корректно сравнивать условия рекрутинговых компаний в Беларуси, Украине и других рынках, потому что все-таки рынки у нас разные, товарооборот разный, доставка разная, условия законодательства тоже разные. Итак, движемся далее. Такая рекрутинговая компания ждет нас в 14-15 каталоге. С воскресенья будут доступны печатные материалы, которые вы уже будете получать в своих заказах с новыми заказами 14 каталога. И уже можно, менеджеры СПО могут размещать в воскресенье предзаказ на аксессуары. А это значит, что на первой неделе каталога номер 14 вы можете приступить к демонстрации этих аксессуаров. И, естественно, это позволит вам более активно рекрутировать и привлекать новичков в данную рекрутинговую кампанию. Движемся далее. Что нас ждет далее? Вы уже все получили каталог номер 14 и, естественно, заметили, что в каталоге номер 14 нас ждет программа лояльности, наша так называемая акция активности «Медальный зачет». Мы приглашаем всех поучаствовать в нашей программе по медальному зачету. Впервые мы делаем такую акцию в каталоге. Решили вот попробовать и уверены, что она будет иметь замечательный эффект. Она будет длиться с 8 октября по 27 января. То есть в каталоге 14, 15, 16, 17 и первый каталог. Такая длинная программа лояльности, в течение которой вы можете заказывать продукты из каталога Oriflame, делать обычные заказы. Но, как вы заметили, в 14 каталоге некоторые продукты будут отмечены специальными медальками.
Вот такие медальки, которые вы видите сейчас у себя на экране, также помечены некоторые продукты в этом каталоге. Заказывайте продукты, отмеченные в каталоге специальными медальками, и собирайте вот эти вот специальные медальки. Копите медали в течение каталога. И потом обменивайте их на роскошные продукты, награды от компании Oriflame. Что же ждет наших консультантов? Если вы собрали достаточное количество медалей, вы можете обменять их уже в следующем каталоге на продукты по программе лояльности, которые вам предлагает компания. Например, за 5 медалей, которые вы соберете в каталоге номер 14, к примеру, уже в 15 каталоге, вы сможете в своем заказе, будет на сайте внедрена специальная форма, где вы можете выбрать любой продукт на выбор. Это гель для душа пляжа Майами, это наш легендарный продукт смещающее средство, либо питательный крем для рук нежность за 5 медалей. Если вы размещали большие заказы, собрали уже 15 медалей, вы можете заказать кое-что из нашей серии декоративной косметики. Это объемная тушь для ресниц, это карандаш-маркер и жидкая губная помада мусс из серии The One. За 15 медалей может стать вашей. И, естественно, самое интересное предложение, если вы накопили 30 медалей, вы можете обменять их на представленные ароматы. Как я уже сказал, медали начисляются за продукты, отмеченные специальными медальками в каталоге. За wellness медали не начисляются. Более того, начисляются только за те продукты, которые отмечены медальками в каталоге. Обращайте, пожалуйста, на это обязательно внимание, когда размещаете заказ. Итак, эта программа поддержит активность в течение осени и зимы, в течение каталогов 16-1. Основной акцент – это повышение активности в самый горячий период продаж и время готовить подарки к Новому году. Идеальный вариант для привлечения внимания новичков и актуальный инструмент для увеличения среднего заказа. Я вижу, что поступают некоторые вопросы по данной программе в нашем чате, поэтому давайте подробнее остановимся на некоторых важных моментах данной программы активности и сразу же ответим на них, как можно обменять медали, как можно накопить медали и что эти медали нам приносят. Акция проходит с каталога номер 14. Как я уже сказал, собирать медальки можно только за те продукты, которые отмечены медальками в нашем каталоге. Все медальки будут суммироваться. Продукт-награда – это возможность приобрести продукты из специального списка по цене 10 копеек. То есть те продукты, которые я показал, будут добавлены в ваш заказ, если вы накопите достаточное количество медалек и выберете в следующем каталоге данный какой-то продукт. За 10 копеек. Это законодательный нюанс, который мы должны учитывать. 10 копеек не бесплатно, к сожалению, не может быть в Беларуси, а за 10 копеек этот продукт возможность получить. Медали, полученные в текущем каталоге, можно обменять на продукты награды по специальной цене только в следующих двух каталогах. К примеру, если вы размещаете заказ в 14 каталоге, за 14 каталог вы собираете медальки, вы их можете обменять в 15-м либо в 16-м каталоге на вот эти вот продукты. На сайте будет внедрен специальный отчет. На сайте, на главной странице сайта, вверху у вас будет указано, сколько медалей у вас накоплено, сколько медалей у вас горит в следующем каталоге, чтобы консультанты могли грамотно отслеживать и чтобы медальки просто так не сгорали, чтобы вы могли их обменивать на продукты. Медали все суммируются. Последний каталог, в котором можно обменять медали, это каталог номер 1. То есть это компания до первого каталога 2018 года.
Медали сами накапливаются до конца каталога номер 17, то есть до 30 декабря 2017 года. Продукты, награды, которые представлены в каталоге, которые я вам показывал, они не резервируются, и количество продуктов, наград ограничено. Но, тем не менее, на складе у нас есть уже достаточное количество продуктов для подкрепления вот этой акции активности. Обращаю также внимание на один важный момент. При возврате продукции, если происходят так называемые возвраты продукции, накопленные медальки сгорают, они не возвращаются. Вся информация о балансе медалей также будет доступна у нас в информационном листке и доступна на сайте. Хотелось бы обратить внимание на один важный момент. Размещая заказы, вы накапливаете вот эти вот медальки, и финальное количество медалек, которое вы сможете обменять в следующем каталоге, будет отображено в первый день следующего каталога, то есть в том каталоге, когда они доступны для обмена. Как только вы размещаете заказ, медальки сразу же списываются и уже отображаются сразу же списание, чтобы вы могли контролировать, какое количество медалек у вас осталось и какие медальки вы еще можете обменять на продукты. В одном заказе вы можете выбирать несколько продуктов по данной компании, если вы насобирали достаточное количество данных медалей. Ограничений по продуктам также нет. Насобирали вы много медалей, вы можете обменять на энное количество данных продуктов. Я думаю, что эта программа лояльности вначале кажется немножко сложной, но тем не менее ничего сложного в ней нет. Обязательно будем отвечать на все возникающие у вас ваши вопросы по данной программе. Подробные условия также написаны в 14-м каталоге, будут в каждом каталоге представлены. И, естественно, будем в скайп-чате отвечать. С началом каталога номер 14 вы увидите обновление на сайте, то, что появятся дополнительные отчеты, дополнительные строчки в информационном листке. В воскресенье у нас так называемый технический день. Если будут какие-то сложности, обязательно все в течение воскресенья мы исправим, либо в понедельник. С любыми вопросами в скайп-чате я постараюсь ответить. Итак, движемся дальше. У нас продолжает действовать книга «Красота как образ жизни». Это осенняя наша книга красоты. Льготное вложение по 50 копеек, а также есть продажа наборами, что делает выгодное приобретение и не может не радовать то, что наши лидеры и наши менеджеры СПО поняли, что это действительно очень хороший инструмент для работы, для рекрутирования. И сейчас вот именно мы замечаем возросший рост заказов наборов. Это значит, что многие структуры действительно поняли, как правильно работать с книгой красоты, и заказывают книгу красоты большими наборами для работы по своим структурам. Мы отследили, естественно, эти структуры, посмотрели, и можем сказать, что действительно, кто работает с книгой красоты, эти структуры показывают довольно хороший рост, особенно сейчас, накануне сезона продаж. Я думаю, что это правильный выбор в пользу работы по книге красоты. Обязательно с асмами нашими еще раз обсудим этот вопрос и на ближайшие вебинары позовем кого-то из таких консультантов, чтобы поделились своими результатами, рассказали свои фишки, как они работают с книгой красоты и что изменилось вот именно сейчас осенью, что пошли такие хорошие результаты в этих структурах. Движемся далее. В 14-м каталоге у нас выходит новый журнал «Мира Reflame». Сегодня-завтра он уже поступает у нас на склад, и с начала 14-го каталога его можно заказать. Вложение единожды в первый балловый заказ по специальной цене 50 копеек, продажа по рубль 30, и, наверное, мы сделаем также наборы по 10 штук по сниженной цене вот этого выпуска «Мира Reflame», потому что мы посмотрели, они пользуются замечательной популярностью. Сейчас хочу напомнить, что еще действует скидка на 10 журналов «Мира Reflame».
номер 1213. Что же ждет нас в 14-15 каталоге, новый журнал «Мир Oriflame»? Естественно, мы подробно расскажем о наших акциях, о программе лояльности «Медальный зачет», о рекрутинговой кампании «В центре внимания». Поговорим еще раз о наших мечтах, целях и планах, как достичь того, что мы всего желаем. Об этом расскажет Сати Казанова, наш звездный эксперт, который представлен у нас в книге «Красоты». Мы расскажем подробнее о нашем проекте «Двигайся к лучшему». Очень интересные ждут статьи от российских и глобальных лидеров. Естественно, модные тренды, модный дайджест, новинки каталога. Более подробная информация о Хорватии, квалификации на Хорватию, о наших мероприятиях, которые проходили у нас в течение последних каталогов. И, естественно, планы успеха, истории успеха от наших белорусских лидеров ждут вас в новом выпуске журнала «Мир Oriflame». Обязательно заказывайте с воскресенья. Журнал будет доступен для заказа. Движемся далее, и также хотим сообщить, что уже поступили в продажу календари на 2018 год. На слайде на экране вы видите коды календарей, которые доступны для заказа. Также есть новость на сайте, вы можете заказывать календари уже с текущего момента в своих заказах. Параллельно мы приступаем к подготовке ежедневников. Помните, в конце прошлого года у нас в продаже были наши брендированные ежедневники. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если эти ежедневники вам нужны, если компании следует готовить брендированные, такие вот фиолетовые, либо другого цвета ежедневники с тиснением Oriflame. Планируем на 2018 год мы сделали даже два образца ежедневников. Это и датированные, и недатированные. Увеличить количество страничек в начале ежедневника с информацией о компании Oriflame, о важной информации, квалификации, календарь с разбивкой на каталоге, другая полезная информация, я думаю, мы обязательно подготовим. Плюсиков много, поэтому, как показывает практика, даже все ежедневники, которые мы в том году пустили в продажу, замечательно раскупились. В этом году будем делать еще больше тираж, потому что действительно менеджер компании Oriflame, бизнес-партнер, лидер должен обладать таким стильным брендированным ежедневником. Календари, как я уже сказал, уже в продаже. Не забывайте заказывать, потому что количество ограничено. Пустили в продажу, смотрим, что и все страны СНГ, Россия также активно заказывают. Обязательно надо, чтобы белорусы также заказывали, чтобы всем календариков хватило. Замечательные мероприятия у нас были в конце лета, в начале осени. Мы собирались вместе на танец Oriflame в торговом центре галерея Минск. Такой большой торговый центр. Собрали большую компанию молодежи, менеджеров, лидеров, просто люди, которые приходили в торговый центр и разучивали танец Oriflame. У нас был звездный гость Александр Могилев. И также мы в начале сентября участвовали в Минском полумарафоне. Большое спасибо всем участникам. Такая замечательная у нас собралась команда, брендированная команда. Мы уже с коллегами обсудили и собрались на следующий год забюджетировать и поддержать еще большее количество участников на следующий Минский полумарафон. Но как раз таки вот сейчас у нас происходит и идет проект «Двигайся к лучшему». Это наш проект совместно со звездами и селебрити, в котором мы призываем всех начать движение к лучшему, принять участие в глобальном забеге от компании Oriflame и получить персональное видео о том, как это все происходило.
Такой замечательный проект. Подробно мы о нем рассказываем в нашей книге красоты. И мы еще рассказываем об этом на нашем специальном сайте. Название сайта вы видите внизу. Сайт проекта «Двигайся к лучшему». Вас ждут 8 недель увлекательных персональных тренировок под руководством экспертов по красоте, звезд, спортсменов, блогеров, лидеров компании «Oriflame». Среди наших партнеров этого проекта школа правильного бега I Love Running, консультант по питанию Татьяна Рыбакова, известные бьюти-блогеры, олимпийский чемпион Александр Легков и, естественно, обаятельная, красивая, популярная, успешная модель и телеведущая Сати Казанова. Вы можете узнать все о здоровом образе жизни, об активном образе жизни, правильном питании, присоединиться к этому проекту. Обязательно приходите, переходите на наш сайт, который вы видите на своих экранах, регистрируйтесь и принимайте участие в этом проекте. К сожалению, не так много участников зарегистрировалось, 58 участников пока от Минска, и мы находимся на 22-м месте среди всех городов в СНГ. Но мы же активные белорусы, мы активно участвуем в различных проектах от компаний. Нас было только на Минском полумарафоне больше 100 человек, поэтому я призываю вас обязательно зарегистрироваться в проекте «Двигайся к лучшему», чтобы действительно узнать, как можно прокачать себя, как можно сделать себя еще лучше вместе с компанией Oriflame. И, естественно, финалом этого грандиозного проекта от компании Oriflame вас всех ждет наш замечательный флешмоб 21 октября в 12:00. Это время во всех странах в одно и то же время. Все люди, которые поддерживают активный образ жизни и кто действительно хочет двигаться к лучшему, соберутся на первый в истории онлайн-забег. А что это будет такое, мы обязательно поделимся с вами уже ближе к самому мероприятию. Пока же приглашаем вас зарегистрироваться в нашем проекте «Двигайся к лучшему» и принять активное участие в данном проекте. Такие были новости от компании, что же нас ждет в 14-м каталоге. И хотелось бы обратить внимание ваше также на то, что закрытие 13-го каталога, как обычно, в субботу, 7 октября, в 9 часов вечера. Тем не менее, хочу обратить ваше внимание на очень важное объявление. В последнее время белорусский сайт Oriflame, так же как и сайты наших коллег из всего региона, на сайте наблюдается затруднение с размещением заказов и регистрацией. Наши специалисты работают над выяснениями причин данных неполадок, но тем не менее полностью ликвидировать какие-то ошибки в работе сайта, к сожалению, нам не удалось. Большие технические работы будут проведены именно в ночь субботы на воскресенье, поэтому мы надеемся, что все-таки вчера наши IT-специалисты смогли настроить сайт, и, как показывает аналитика и отчеты, заказы размещаются корректно. Но, тем не менее, обращаю ваше внимание, пожалуйста, не откладывайте размещение заказов именно на субботу, на вторую половину дня. Мы заметили, что уже вчера только был четверг, но вчера нагрузка на сайт возросла на 83% по сравнению с началом каталога. Соответственно, сегодня и завтра нагрузка на сайт будет еще больше. Рекомендуем вам проводить все действия с сайтом, регистрации, закрытие званий, контроль своей структуры именно сегодня, в пятницу, либо в первую половину дня субботу. Потому что если действительно будет огромное количество консультантов, менеджеров работать с сайтом, и все примут решение сделать все в последний момент, к сожалению, никак мы не сможем помочь и увеличить мощности, пропускные мощности нашего сайта именно на открытие каталога.
Пожалуйста, размещайте свои заказы своевременно. Желаем вам активного закрытия каталога номер 13. Ждет нас много всего интересного в каталоге номер 14. Обязательно, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в наш общий телеграм-чат. Я как раз сейчас уступаю место моей коллеге, а сам с удовольствием отвечу на ваши вопросы в чате. Большое всем спасибо. Передаю. Акциях и программах. Я прошу вас секундочку, буквально минуточку подождать, пока загрузится моя презентация, вторая часть. Она будет не менее интересной, не менее насыщенной. Она будет просто грандиозная. Пожалуйста, у вас есть минута для того, чтобы выпить стакан воды, чтобы уложить в голове все те новости, которые вы сейчас услышали. Возможно, вы просмотрите, не знаю, вспомните, о чем говорил Алексей, и найдете какие-то новые вопросы. Итак, подскажите, пожалуйста, как вам акции, как вам новости от компании? Давайте пока с вами немножко побеседуем, пока моя презентация загружается. Супер, супер, спасибо, здорово. Очень хорошо. У нас с вами очень яркие печатные материалы будут представлены в этой акции. Они, несомненно, привлекут внимание всех новичков к вот таким замечательным, очень, очень эффектным, очень красивым подаркам. И, опять же, создание вашего образа при помощи каталога, при помощи, не знаю, стилистов, которые вы можете привлечь на ваши какие-нибудь бьюти-вечеринки, на запуски бьюти-бокс-вечеринок. Опять же, если у вас какие-то из этих аксессуаров будут присутствовать на СПО, вы сможете создать очень красивые образы. И представьте, какие красивые фотографии могут получиться у ваших партнеров, у ваших новичков. Эти фотографии разойдутся, естественно, по социальным сетям. И это будет еще одним поводом обратиться к вам, еще одним поводом обратиться за очередным подарком, за очередным предложением компании Reflame. Итак, спасибо большое. И снова здравствуйте. Все новое, все отлично. Большое спасибо за ваш позитив. И мы продолжаем далее. Да, давайте с вами поговорим о лидерских программах и квалификациях на мероприятия. Все мы с вами очень-очень хорошо всегда реагируем на новые акции, на новые квалификации, на все-все предложения компании Reflame. Но давайте с вами не будем забывать про самую основную часть, про то, что дает нам стабильность, про то, что дает нам доход, про то, что позволяет нам осуществлять наши мечты. Это, конечно же, наш план успеха. Неизменный, просто такой базис, на котором основываются все-все наши ежедневные действия, то, что позволяет нам достигать и получать тот необходимый результат, который вы ждете каждый день. Вы ждете от самого себя лично и от своей команды. Но, конечно же, наш план успеха мы всегда рады поддержать, мы всегда рады инвестировать различные позволяют вам обратиться к плану успеха и обратиться к тем, не знаю, лестницам, на которых вы хотите сейчас присутствовать, к тем званиям, к тем высоким премиям, которые опять-таки обеспечивают нам план успеха. И одной из таких вот дополнительных программ, очень сильных, очень мотивирующих программ для новичков, для тех, кто любит путешествовать, для тех, кто мечтает о том, что присоединившись к компании Reflame, я осуществлю свою мечту о путешествии. Вот такая дополнительная программа, которая в очень-очень прям в большом фокусе на сегодня, на каждый момент вашей деятельности, это менеджерская конференция в Хорватии. Она очень-очень хорошо у нас стартовала. Очень большое количество новичков стартовало в этой команде. Большое количество лидеров отзывались о том, что условия
выполнимы, условия абсолютно адекватные как для новичков, так и для всей команды, в том числе для директоров. Мы обещаем, что будем сопровождать вас в каждом каталоге этой квалификации. Мы будем сопровождать. Начиная подрастающих лидеров, мы хотим показать всю мощь, всю глобальность нашей компании и всю привлекательность наших предложений. Итак, это, несомненно, стимулятор роста вашего бизнеса. Хочу обратить особое внимание на каталог номер 14. Осталось 5 периодов квалификации. И сейчас очень важно для лидеров, для менеджеров, которые максимально достигали уровня 21%, это было очень давно, или 22% без отрыва, обратите внимание. Для вас, дорогие менеджеры, очень важно сейчас в каталоге номер 14, еще есть время в каталоге номер 13 подтянуть свой результат, но в каталоге номер 14 вы обязательно должны выйти на уровень старшего менеджера, если вы очень страстно, очень горячо желаете поехать в Хорватию. Итак, необходимое количество каталогов как раз-таки оставшиеся 14, 15, 16, 17 и 1 каталог для того, чтобы достигнуть старшего менеджера, удержать старшего менеджера 5 раз. Не забывайте, пожалуйста, о том, что регистрация минимум 2 квалифицированных рекрутов для приглашающего спонсора должна пройти через сайт Oriflame.by. Мы говорили на старте нашей квалификации, что приложение пока еще недоработано. Мы очень быстро внедрили функцию приглашающего спонсора, и наша глобальная команда IT сейчас старается, сейчас прикладывает все максимальные возможности для того, чтобы через приложение в ваших смартфонах также можно было регистрировать приглашающего спонсора. Но пока эта функция не открыта, и обращайте внимание, что регистрация должна проходить через сайт oriflame.by. Итак, очень ждем новых результатов, новых старших менеджеров, которые докажут, покажут свое стремление в достижении цели путешествия вместе с компанией Oriflame. Ждем новых старших менеджеров в каталоге номер 14. Обязательно обратите внимание. И квалификация финиширует в каталоге номер 1. Продления квалификации не будет. Вы уже знаете, что всей дружной компанией, я надеюсь, с максимальным количеством ваших бизнес-партнеров, вы отправитесь уже в мае в это невероятное путешествие в Хорватию. Пожалуйста, приложите максимальные усилия для того, чтобы поехать большой командой. И сейчас мы готовы вам анонсировать уже несколько интересных, несколько горячих новостей от Oriflame. Мы с вами, давайте вот возьмем год, такой вот наш орифлеймовский год, от начала квалификации на Хорватию, каталог номер 11, и продолжим его квалификации на Хорватию, которая закончится в каталоге номер 1, и далее наш горячий год продолжится бонусной программой для менеджеров до каталога номер 10. То есть, участвуя сейчас в квалификации для менеджеров, в квалификации на Хорватию, вы, завершив эту квалификацию, те, кто попадут, те, кто удачно квалифицируется на Хорватию, попадут уже далее в следующую бонусную программу для менеджеров. И я слышала буквально краем уха, могу вот вам по большому секрету рассказать, что те участники, которые квалифицируются, получат какие-то преимущества именно в этой бонусной программе для менеджеров. Программа бонусная будет для всех менеджеров, но обязательно сделайте максимальный результат, чтобы получить максимальную выгоду от этой бонусной программы. Это такая небольшая затравочка, небольшие секреты, приоткрываем вам такие закулисные тайны, и далее ждите новостей, мы далее будем более подробно в следующей каталоге вам рассказывать об этих программах. Итак, ну о чем мы хотим сообщить уже сегодня вам? У нас ждет очень такой горячий сезон
продаж, горячий сезон новостей и разных акций и программ. И многие из вас, те, кто присутствует сейчас на вебинаре, слышали запуски, новинки на золотой конференции. Возможно, вы уже видели какие-то анонсы программ в российских чатах, где-то, не знаю, у своих коллег, у своих друзей. Мы хотим обратить ваше внимание, что юбилейная программа рекрутинга будет в Беларуси. Будет обязательно, но стартует она в каталоге номер 15. А сейчас в каталоге номер 14 нам с вами следует уделить особое внимание, особый фокус на получение бонусов в каталоге номер 14 по юбилейному предложению программы «Мой первый автомобиль». Как вы помните, мы анонсировали эту программу и этот бонус до каталога номер 14. Пожалуйста, сфокусируйтесь сейчас на максимальном результате, поскольку программа завершает свое действие в каталоге номер 14. Бонус «Мой первый автомобиль» завершается в каталоге номер 14. Вы получаете последнюю выплату в каталоге номер 15. И сейчас, уважаемые директора, уважаемые лидеры, приложите максимум условий, чтобы получить этот невероятный бонус двойной, он был увеличен в честь юбилея компании, в честь того, чтобы поддержать в летний период вашей команды, ваш рост, ваш доход, получение 600 белорусских рублей премии дополнительно к вашим основным выплатам. Это очень хороший стимул для того, чтобы сделать максимальный результат в каталоге номер 14. Вы очень хорошо поработали. Каждый каталог с 9 по 14 у нас было просто невероятное количество получателей этого бонуса, именно 600 белорусских рублей. Это очень-очень хороший стимул. От 80 до 140 лидеров нашей страны получали бонус дополнительный 600 белорусских рублей. Это очень большой, очень хороший показатель. Этот показатель в том числе говорит о том, что если вы сфокусируетесь на квалифицированном рекрутировании, если вы опять, не знаю, соберете все силы, поднимите, да, все свои какие-то записи, блокноты, вспомните, как это делать, снова-снова поднимите вашу команду и расскажите им о важности квалифицированного рекрутирования, ведь именно квалифицированные рекруты в последующем становятся очень-очень хорошими бизнес-партнерами, ключевыми партнерами, которые нацелены на дальнейший рост, на дальнейшее сотрудничество с компанией Oriflame. Итак, каталог номер 14, мы фокусируемся на получении бонусов максимальных, и в каталоге номер 15 мы стартуем с вами с новым предложением, с новым невероятным предложением, которое будет невероятно денежным. Вы сами сможете определить свой бонус в следующей квартальной программе, в следующей программе. Итак, ждем результатов каталога номер 14. И что вы еще планируете? Скажите, вы планируете путешествовать? Вы планируете просто хорошо проводить время? Вы планируете отлично выглядеть с компанией Oriflame? Если вы планируете рост и новые звания, у нас для вас есть просто невероятная новость. Еще одна юбилейная новость для будущих новых званий. У нас для вас есть юбилейный подарок. Итак, юбилейная премия Oriflame. Я бы очень хотела сейчас услышать очень-очень много аплодисментов. Я надеюсь, что вы уже в предвкушении и прокачайте ваше лидерство и закройте новое звание. За период с каталога номер 13, мы с вами учитываем уже этот каталог, по каталог номер 10. Возможно, вы запланируете закрытие новых двух званий, возможно, трех новых званий, мы будем этому очень рады. Получите за каждую из них премию по плану успеха. Ну, тут вроде бы я ничего такого нового вам не сообщаю, да? Но также получите дополнительные 600 белорусских рублей за каждое новое звание, дополнительно к вашей премии. Если вы закрываете одно новое звание, вы получаете соответствующую премию по плану успеха и дополнительно 600 белорусских рублей к этой премии. Если вы закрываете два новых звания, вы получаете 1200 белорусских рублей к этой премии, к плану успеха. И барабанная дробь, если вы закрываете три новых звания, вы получаете 1800 белорусских рублей. Я вижу ваши отзывы в чате, просто я так понимаю, что не хватает всех букв на клавиатуре, чтобы высказать ваше восхищение этой программе, этой невероятной новости. Да, мы поддерживаем вас всесторонне в стремлении
в вашем стремлении в развитии, в достижении новых высот и в закрытии новых званий. Обязательно делайте максимальный результат и получайте максимальные выгоды, максимальные премии. Итак, закройте новое звание с каталогом номер 13 и получайте 600 белорусских рублей, 600 бун за каждое новое звание. Ура! Программа уже это стартовала. Хотим сделать еще небольшое напоминание для участников, для тех, кто еще участвует в программе «Турборост» для директоров. Может быть, вы помните, я надеюсь, что вы помните, мы напоминаем тем директорам, которые достигли уровня 9% с отрывом до каталога номер 4 2016 года, что они могут закрыть звание директор и получить вознаграждение в 2000 белорусских рублей. Это еще 1000 долларов помимо премии по плану успеха. Итак, если вы закрываете директор не позднее 2 лет с момента выхода на уровень 9%, и вы на этот уровень вышли до каталога номер 4, вы еще гарантированно получаете премию в 2000 бун. Но у нас с вами очень много программ, очень много разной поддержки от компании Reflame. И мы сейчас понимаем, что у нас есть с вами 2 бонуса для новых директоров, и компания приняла решение о том, чтобы выплатить максимально возможный бонус для новых директоров. Итак, если вы закрываете звание, успеваете закрыть по программе «Турборост» для директоров, вы получаете дополнительно 2000 белорусских рублей. Это отличная новость, это отличная возможность получить еще больше преимуществ от компании Reflame, получить еще больше денег от компании Reflame и от вашей упорной и эффективной работы. Очень хорошие новости, очень такие, я не знаю, грандиозные, горячие, класс, круто, спасибо, очень здорово, очень-очень все хорошо. 400 участников нашего вебинара, побежали планировать, побежали побыстрее закрывать эти звания, и мы готовы вам в этом помочь, посодействовать и спланировать вместе с вами. Обращайтесь, пожалуйста, к вашим асмам, мы с удовольствием запланируем с вами ваше новое звание. Так, также нас с вами ждет бизнес-ланч с новыми менеджерами и директорами. Обращаем ваше внимание, что мы сейчас анонсируем немножечко изменения каталогов квалификации и даты проведения этого мероприятия. Мы хотели бы увидеть еще больше новых менеджеров, мы хотели бы увидеть еще больше новых званий на этой встрече, на этом бизнес-ланче. Вы получите еще больше информации, вы сможете познакомиться с еще большим количеством людей на бизнес-ланче, поскольку мы решили пригласить на бизнес-ланч 25 ноября. Еще результаты каталогов номер 14 и каталогов номер 15. Итак, все, кто еще не успел сделать этот результат за каталоги номер 11-13, мы с удовольствием приглашаем вас на бизнес-ланч, мы ждем ваших новых результатов. Напоминаю, квалификация на бизнес-ланч. Уровень менеджера 15% с отрывом и выше, и новое звание с уровня директор и выше. Ждем вас на встрече с топ-менеджментом компании. Там вы сможете задать самые, не знаю, откровенные вопросы, наверное, Эрику Бьоркману. Вы сможете сфотографироваться с нашими топ-лидерами, узнать их историю успеха, узнать подводные камни, как они добивались успеха, как они шли к этому, и узнать фишки в работе со всего региона, со всей нашей большой Республики Беларусь, со всех новых и уже высоких званий. Итак, ждем новые результаты. Напоминаем про банкет директоров. Шумом прошел наш юбилейный банкет директоров. Каждое мероприятие вы уже знаете, что еще лучше предыдущего, так что обязательно квалифицируйтесь. Если вы уже квалифицировались в прошлом году, пожалуйста, добавляйте еще одну группу и становитесь сапфирами-директорами для того, чтобы, подтвердив звание, без дополнительных условий, просто без прироста групп посетить это мероприятие для сапфиров-директоров и выше. Обязательно ждем вас на всех мероприятиях. Итак, еще у нас с вами есть квалификация на Мадрид. Очень много предложений, согласитесь, очень много квалификаций, очень много бонусов можно получить, сотрудничая с компанией Reflame. Каталог номер 14 – очень важный каталог именно в этой квалификации, поскольку это последний период для того, чтобы открыть новое звание и закрыть его в каталоге номер 4 в конце квалификации на Мадрид. Итак, давайте с вами посмотрим.
Если вы планируете попасть на эту конференцию в новом звании «Золотой директор», то в каталоге номер 14 вы просто обязаны, просто, не знаю, заклинаю вас, открыть две группы для того, чтобы открыть звание директора. Удержать эти две группы на протяжении 8 каталогов и в каталогу номер 14 прийти с новым званием и получить поздравление на невероятной сцене золотой конференции в Мадриде. Если вы квалифицируетесь по количеству групп, то в вашем лидерском отчете индивидуально у вас у каждого есть планы. Вот здесь пример абсолютно вот взятый, как говорится, из головы. Это пример директора, которому еще необходимо квалифицироваться. И есть еще 13-й каталог. Но каталоги номер 14 тоже основны для того, чтобы распланировать открытие новых групп. Потому что одной группы будет недостаточно. Нужно будет открыть две, может быть, в конце квалификации три группы. Обязательно обратите внимание на ваших ключевых партнеров, на тех, кто сейчас квалифицируется в Болгарию, на тех, кто будет для вас таким очень-очень хорошим помощником для квалификации на Мадрид. И очень здорово, когда вся ваша команда будет путешествовать, пускай пока на разные конференции, но вся ваша команда будет вовлечена в путешествие с компанией Oriflame. Итак, ждем ваших новых результатов. Также на золотой конференции была анонсирована еще одна просто удивительная горячая новость – путешествие в Австралию. Наши бриллиантовые исполнительные директора смогут посетить этот невероятный уголок нашего мира, нашей планеты, побывать просто в невероятных местах, насладиться горячим солнцем, морем на глобальной бриллиантовой конференции 2019 года. Обязательно запланируйте себе новое звание, запланируйте прирост новых групп, постарайтесь сделать максимально возможное, чтобы попасть на эту конференцию. Мечтайте, обязательно ваши мечты осуществятся. Напоминаем о том, что книга красоты у нас продолжает свою работу в осенний период. Очень много новинок в этой книге красоты, много советов от профессионалов. Если вы хотите узнать больше о каком-то продукте, обязательно загляните на страницы. Также вы видите, что в этом номере представлены и советы по здоровому питанию, и все наши конференции для тех, кто интересуется путешествиями, для тех, кто интересуется уходом за кожей лица, могут почитать информацию о нашей новой маске NovEdge и о нашем новом пилинге. И далее все новинки абсолютно доступны, абсолютно понятно рассказано. Еще одна горячая новость, прям вот горячее просто некуда, не знаю, он с вами очень горячий вебинар получается. Я рада вам объявить, что 3 октября Магнус Бренстром, генеральный директор и президент Oriflame Cosmetics, стал председателем Всемирной Федерации Ассоциации Прямых Продаж. Мы обязательно сделаем более подробную информацию со всеми ссылками на сайты, на пресс-релиз, на видеообращение Магнуса к Всемирной Федерации прямых продаж. Мы обязательно анонсируем еще шире эту новость, но сейчас мы уже гордимся этой новостью, гордимся этой назначением. Весь мир Oriflame гордится, весь мир, в принципе, не знаю, прямых продаж, наверное, немножко завидует и в том числе гордится тем, что наш лидер, наш генеральный директор стал председателем этой ассоциации. Это почетное признание Oriflame как надежного, заслуживающего доверия лидера, а также признание нашей работы и вклада в развитие прямых продаж во всем мире. Также новое назначение Магнуса не только подтверждает прозрачность нашей компании, но и усиливает позицию Oriflame на рынках во всем мире. О Oriflame, о наших лидерах говорят все больше и на более высоких уровнях. Это очень почетно, это очень значимо. В нашем чате мы публикуем информацию об этом. И те, кто достаточно хорошо знает английский язык, смогут прочитать из первых источников об этой новости и увидеть Магнуса уже на страницах сайта этой ассоциации. Очень здорово. Большое спасибо за ваше поздравление. Мы обязательно передадим Магнусу ваши поздравления. Может быть, мы напишем какое-то коллективное письмо от Oriflame Беларусь с большими поздравлениями и пожеланиями успехов на этой стезе, на этой должности. Еще раз поздравляем Магнуса с таким высоким назначением. Еще одна новость. У нас сегодня очень много с вами новостей. Новые менеджерские значки. Опять же, очень-очень приятные подарки для вас, новые менеджеры. Если вы достигли
Уровня новый менеджер. Если вы достигли его с отрывом, замечательно. Если у вас нет отрыва, пожалуйста, контролируйте размещение заказа минимум на 150 бонус-баллов. И уже по итогам каталога номер 13, если вы вышли на новый уровень 9%, мы будем вкладывать вам эти значки. Значок будет единый для всех уровней менеджера. И этот значок очень красивый, очень почетный, очень важно, обязательно соблюдайте отрыв и обязательно пользуйтесь, используйте свою объемную скидку, размещайте 150 бонус-баллов и используйте все возможности сотрудничества с компанией Reflame. Если вы достигли уровня 9% и выше менеджерского уровня до каталога 12 включительно, то также мы выдаем вам эти значки, но в период с каталога номер 14 по каталог номер 4. Обязательно всю информацию подробную с кодами и с процессом, с механикой получения значков мы публикуем в чате, публикуем очень-очень в самое ближайшее время. Итак, достигайте новых уровней, становитесь менеджерами компании Reflame и получайте в награду знак отличия, знак отличия вашего достижения. Ну что же, еще немножко новостей. Вот небольшое расписание на октябрь и на ноябрь. Мы приглашаем вас 11 числа, уже идет запись. В чате есть ссылка на запись Академии красоты. 12 числа мы ждем вас на Академию Wellness и на сертификации Wellness Life Plus. И 25 ноября мы ждем вас на бизнес-ланче с новыми менеджерами и директорами по итогам каталогов номер 11-15. Мы очень рады будем вас видеть. Максимально большое количество менеджеров и лидеров на тренингах и на всех мероприятиях компании Reflame. Ну что же, напоминаю еще раз про отдел этики Reflame СНГ. Пожалуйста, если у вас возникает один из вышеперечисленных вопросов по регистрации, по оформлению семейного бизнеса, по терминации, смене страны или филиала, пожалуйста, обращайтесь вот по адресу, который есть ссылка вот внизу. Мы еще раз опубликуем, я отправлю вам вместе с этой презентацией все материалы этого вебинара и точно так же эту ссылку отдельно, чтобы вам не нужно было набирать ее вручную. Пожалуйста, обращайтесь в отдел этики. Есть у нас подготовленные формы, есть бланки, есть инструкции, которые очень доступны и очень просто объяснят вам всю процедуру перевода номера, оформления семейного бизнеса, оформление бизнеса по наследству, все-все возможные вопросы, возникающие в вашей работе. Обращайтесь в отдел этики, и отдел абсолютно квалифицированно отвечает на все ваши вопросы. Если одно из заявлений у вас не хватает, вам обязательно об этом напишут, вас попросят прислать еще какое-нибудь заявление, все, что не хватает. Все эти изменения вносятся в нашу базу до последней среды каждого каталога. То есть обратите внимание, что все ваши изменения и все ваши вопросы должны быть утверждены, учтены до последней среды каждого каталога. Обратите, пожалуйста, внимание на этот момент. Итак, большое вам спасибо за этот вебинар. Я благодарю вас за такое уже большое количество участников. Честно говоря, не ожидали мы такого большого интереса, такого большого количества к нашему вебинару и к нашей вебинарной комнате в этот раз. Мы обязательно будем учитывать такое большое количество в следующий раз, чтобы все желающие смогли посетить вебинар. Мы обязательно спросим вам ссылку на запись вебинара, где вы заново сможете просмотреть всю информацию. Мы обязательно спросим вам в чаты нашу презентацию с подстрочниками, где вы сможете увидеть еще больше информации о наших продуктах и обо всех новостях и новинках компании.